и пришли ее призы. Ой, наконец-то! У-ху! А, подожди, на зимних играх, это же онлайн? Онлайн. Поздравляю тебя! Кроссовки! Зазырь! Пикнул, Оксан Стаслав. О, рюкзак! Что-то... Ну, вот все смотрят. А, ладно, ладно. О, штангетки? Ё-моё. А, пахнут как вкусно. Машину повесить. Офигеть. Да, машину повесить. Да. Вообще. Слушай, нифига себе. Это, короче, каждые штангетки под разные топики, под разные майки. Как бы уже не то, что там, ну, просто штангетки, а уже там под разные. А ты в каких, да, штангетках? Ух ты! А это, короче, спринты, да? Прикольные-то какие вообще. Смотри, какая подошва. Треугольниками. Я не знаю, что это значит. Это треугольника. Слушай, вот эти я хочу померить. Все, ребят, приготовились. Я буду говорить, что делать. Я надеюсь, как раз с этим бывают проблемы. Слушай, вообще. Лешка, зацени мне. Ботинки или тебя? Кроссовки. Привет. Меня в ботинках. Прикинь. А что, надо протянуть здесь? Я протяну. Вот так, туда все друг другу помогают. Даже кроссовки затягивают. Okay, давай. Готово? Давай. Тебе больше прям затянуть? Ну, хватит затягивать. Ты сама сказала затянуть. Ну, все, хватит. Как к ноге примотай, да? К своей причем давай. Так классно. Хорошенькие, да, такие милашки? Слушай, вообще мне нравится. Так прикольно. Вообще. Космические. Прикольные. Они так классно стопу держат и такие легкие. А это старье все выкидывают, да? Продавать. Я в этих занимаюсь. Это. Слушай, вообще кайф. Рибок классные кроссовки. И это не реклама.